Всем привет-привет, вы на канале Northern Play, с вами как обычно Свет, и мы продолжаем играть в Майнера. Так, название сервака, если что там написано. Давайте дальше попробуем. Ой, блин, как низко. Так сказать, получить нам... Так, дырки еще сохранились. Я чуть-чуть, конечно, выходила с сервера, но опять вернулась. Так, ладно. Дырочки сохранились, отлично. Я, наверное, свою дырку буду рыть. Мы попробуем все же прокачаться. Хочется прокачаться. Я очень хочу себе ту кирку. А мне на нее нужно 3000. 3000 с чем-то. Так что пробуем. Пробуем добыть 3000. А потом купим каких-нибудь прикольных животных. Угу. Да-да-да. Будем покупать прикольных животных, почему нет? Блин, ну этот лед, конечно. Не, ну из-за того, что его так много, в принципе. Плюс того, то, что быстрее инвентарь забивается, его так скидываешь, и, ну, в принципе, нормально. Только в этом плюс хороший. Не, ну дальше, конечно, трындец, трындец. О-о-о-о, серебро, серебро. А серебро нам нужно. Да-да-да. Блин, ну жалко, золото еще нельзя, блин. Печаль, печаль. У меня, конечно, сколько льда набирается сразу. Жуть, жуть. А, быстрее копай. Копашуха ты наша. Да, и по ходу дела из серии в серию я буду говорить про то, что надо все же скин покупать. Надо. Давай, копай, 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 копай. Девочка, копай. Девочка, копай. Ой, серебро. Это мы не пропускаем. Это нам надо. Блин, может реально получится? Блин. Аж расстраиваюсь. Расстройство одно. Ну давай, девчуль. Вскапывай, вспаши этот лед, вспахивай этот девственный лед, как можешь. Ну, ну давай, давай, допахивай. Мы продадем, продадем, продадим все. О, отлично. Блин, чуть-чуть не хватает на самом деле. О, о, серебришко. Тут появилось серебришко, серебришко. Нифига, а тут... А тут тоже, что ли, есть? Ни хрена себе. А это тысячи. А это тысячи. Нифига себе, 55 тысяч. Не, ну, ребят, ну откуда я вам сейчас столько прям... Чух! Достану. Не, пока у меня еще... А, блин, кому-то я в дырку... к себе в дырку попала. Ну ладно. Пока пожусь, пока в свои дырки. Ой, блин, пипец. Блин, я, ну, конечно, я не знала, то, что тут еще на каждой локации свои эти можно яйца покупать. Ну, прикольно, прикольно. Так, нам нужно 3, по-моему, там 300, что ли, было. А как ты тут появился, мужик? Я не люблю с тобой копать, честно. С тобой очень некомфортно копать, я тебе скажу. Очень некомфортно. Ты слишком быстро начинаешь все делать. Мне пока в своей дырочке вот одной комфортно. Явно без тебя. Ну, давай, давай, девочка, давай, копай, копай, копай. Активней лапками работай, активней. Нам надо денежку зарабатывать, поэтому... Активней лапкой копай. А ты кто? А ты кто? Ой... Пришел тут умник, ой. Угу, угу, посмотрел на меня и ушел. Ну и ладно. Ну и ладно. Больно нам такие нужны. Идите, сударь, идите от нас. Мы вас не звали. Нам и так хорошо. Угу, мне неплохо. А в компании собаки и белки. А вас я не звала. Сударь. Так, ладно, копаем дальше. Конечно, лирично. Мило и лирично.
Но пускай он копает где-то дальше от нас. Значит, опять какой-нибудь скорострел, блин. Фигак-фигак, и у нас... В смысле? Почему так много золота? Я его взять не могу. Ой, прям печалит чуть-чуть. Прям так даже неприятно. Прям вот, вот оно вот рядом, можно сказать, вот на виду. О! О, поверхность. Так, сейчас подождите. Сейчас у нас будет. Ща мы все сделаем. Инструмент. А я же сказала. Мы молодцы. Мы молодцы. Так, а какая тут 18? Блин, конечно, вот так и прикольно выглядит. Я не хочу столько отдавать за это. Так, это 18 тысяч стоит. Ладно, это, конечно, все прекрасно. Селлер. Мужчина, вы селлер? А что ты мне там ты аж на два глаза подмигиваешь. Ох ты ж какой. Так, ладно. Пойдемте. У нас есть классная кирка. У нас есть два покемона. Знаете, я тут какую-то сама дырку себе рыла. Ага, кто-то дорыл мою дырку, да? Дорыли собаки. Ладно. Это что это было? Что произошло? А, мы как-то открыли сундук? Как мы открыли? Не поняла. Мы каким-то образом открыли сундук. Ну ладно. У нас есть 6000. Класс. И типа, чё нам за них? И что нам с этого, как говорится? Так. Так как я поняла, что можно делать так, мы будем еще и вот так. Стоим. Так, да, вот. Блин, а до этого я дотянусь? Отлично. Дотягиваемся. Так. Ой, блин, да кто ж тут накопал-то, ёперный. А можно я вот остановить землю, я сойду? Где там? Всё, я теперь могу золото копать. Вот так вот. Я теперь могу много что копать. Угу. Вообще пойду сейчас себе покемона возьму. Вот, мы изумруды теперь можем копать. И вообще мы блатные. Как говорится, две серии, и все, мы блатные. Ну, практически. Скин бы еще поменять все же. Иначе как-то ну такойся. Значит, как как нубы выглядим. Угу. Поэтому надо как-то это, что ли, покрасивее выглядеть. Да хватит ты, отстань ты от меня. Вот. Мужчина, пожалуйста, не приставайте. Я, откровенно говоря, вас не звала. Я тебя не звала, мужик. Ой, пожалуйста, отстань от меня. Мужик, отстань. Все. О, я прыгать тут могу, забыла что-то. Значит, доконает, он так быстро копает просто. Как говорится, не сосредоточиться, не пернуть. Вот, грубо говоря. Ну, пипец, блин. Я пока там одно копаю, он уже хренак уже два блока скопал. Ну, вот, грубо говоря. Ну, пипец, блин, я не могу. С этим мужчиной сложно. Сложно, мужчина. С вами очень сложно. Вы меня немножечко напрягаете. С активностью. Так. Так. Мы сейчас пойдем и возьмем себе какое-нибудь животное. Хочу себе животинку. Куда он копает? Все ниже, ниже. Я смотрю, ему даже не интересны эти блоки всякие. Блин, а может мы на животинку за 12 у нас получится? Я понимаю, что там какая-то опять фигня выпадет. Ой, а мы же так можем тут сейчас накопать-то тоже. Давайте попробуем. Еще нет. 100% она нам что-то хорошее принесет. Логично, логично. Так, ну тогда накопаем тут всего этого. Интересно, а как часто тут шахты обновляются? Я просто не знаю как-то. Вообще должно быть где-то, наверное, тут написано. Ой, давайте покопаем. Давайте скопаем тут все вот это. Я смотрю, те, кто до сюда доходит, им все равно все это не нужно. А нам все нужно. Все в дом, как говорится. Нам пока нужно. Мы сейчас набираем, так сказать, обороты только. Так. Поэтому мы рушим лед. Ну. Так, давайте. Сейчас мы разовьемся быстро. Угу.
Так, ну давайте, белочка, ты под лапками, пожалуйста, не шныряй очень так активно. Мешаешься чуть. Так, сейчас там-там, и я считаю, что мы сейчас очень так даже нормально сможем продать все. А что, ну 12 тысяч нам? Нам всего-то нужно 12, понимаете ли, тысяч. Всего-то. И у нас будет очень классная зверушка какая-нибудь. Я не знаю, что за зверушка у нас будет, но я надеюсь, она будет классная. Ой, а тут тоже магазин есть? А подожди, а у него какой-то... А смотрите, а у него более продвинутый. Смотрите, 39. Бриллиантов и нерушимых. Смотрите. Ни хрена себе. Не, я столько долго буду зарабатывать. Блин, я бы, конечно, пошутила, на что это похоже, но я не буду. Я не буду. Но кому надо, тот поймет. Кому не надо, тот не поймет. Да ну нафиг. Я не могу на это смотреть. Что это? А, это я... Ой, ладно, да ну нафиг, я даже не буду, просто мои комментарии при мне останутся. А, блин, 39, пакеты, что это такое? Маленький спас, блин, а я понимаю, тут на каждом уровне еще. Нифига себе, а, просто нифига себе. Кто же знал? Не, ну и прикольно, кстати. Потому что получается, тем уровнем это все не заканчивается, тут еще ниже. Блин, нифига себе. А прикольно, кстати. Так что, ой, мы тут можем долго копаться, развиваться, я так понимаю. Ну ладно, будем развиваться, будем копаться. Но я бы не хотела таких страшных питомцев, как у тех. Какие-то подковы ходячие. Страшны? Не знаю, но я понимаю, может быть, они там вах, да чё дают. Ну, выглядит уё. Мне не нравится. Я все же, ну, за эстетику. Куда я попал? А, сюда попал. Ну ладно, пофиг. Ну, то еще вернемся. Но все равно, ну, посмотрите, какие-то подковы с крылышками. Что это такое, блин? Пиздец какой-то. Выглядит ужасно, честно. Ну, вот это, например, прикольно еще выглядит. О, что это такое вот... О, куб этот. Ну, вот эти гадости. Выглядит такой себе. Ну, что, я тоже могу. Вот, давайте. Посмотрим, что за яйцо у нас будет. Давайте. Та-та-та-та, у нас слон. У нас обычный слон. Ну, давайте. Ну, давайте высунем нашего слона. Экипировка. У нас есть слоник. Элефант. Маленький элефант. Вот это что такое? У нас есть маленький элефант. Считай, прикольно. А сколько там... я могу с пятью ходить. Ну, ладно. Блин, смотрите, вот оно что. Я, короче, там где-то открываю, вижу, и оно, короче, сюда переносится, да? Так, а давайте в магазин сейчас зайдем. А, да, смотрите. Нифига, и типа я теперь могу телепортироваться туда. Слушайте, а прикольно. А вот это я неплохо зашла. А я считаю, очень даже неплохо. Ладно. Ладно. Так, а вот магазин тут не расширился все равно. Смотрите, это надо будет туда. Прикольно, кстати. Прям замечательно. Ну ладно, давайте сейчас посмотрим, как у меня будет эта кирка-то работать. Блин. Все равно слишком быстро в дырку пролетела. И что это? А, и сюда я, короче, через 7 минут могу подойти. Он мне опять денежку, что ли, даст? Я просто не знаю. Ладно. А давайте попробую я тебя покопать. Мне просто интересно. Бэйби. Смотрите. Она копает прям так замечательно теперь. И чё? Ну, давайте покопаем. Конечно, в той локации-то поинтереснее будет. Блин, может реально в лёд отпуститься сейчас? Мне просто интересно здесь сейчас еще покопаться. Тем-то я понимаю, что им вообще пофиг. Блин, ну так-то прикольно. А, вот серебро опять пошло. Блин, не, ну прикольно, слушайте, так. Конечно, так быстро развились, конечно. А чё нет? Вообще ничего плохого в этом не вижу. Развитие, оно... Иногда быстрое, иногда не быстрое у кого-то. Вот нам просто повезло. Вся жизнь состоит из фартов. Тут нам подфартило. Блин, ну это прикольно, конечно. Хоп-хоп.
И в дамках, так сказать. Блин, конечно, локации так открываются быстро. Ну, чё? Прекрасно, я считаю. О, да, мы сейчас заживем. А сколько там на ту кирку нужно было? Кирку, то есть. Хотя, я бы, наверное, этот инвентарь больше расширил бы. Но это мое личное мнение. О, да... Камон, мы сейчас так быстренько. Ой, это его дырка, да? А где моя дырка? Это моя дырка. А, да, это моя дырка. Так, ну давайте поехали дальше. Ля-л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 я
Не, серьезно, очень медитативная игра, прям нравится. Ой, давайте. Берем все. Мне даже интересно, за сколько серий мы все так прям основательно расширимся. Не, ну это прикольно на самом деле. Но животных, конечно, тут. У-у-у, мам, не горюй. Так, а я там ничего не пропустила? А, там собака моя стояла, да? Да, пока мы еще не можем медь там пропускать, еще что-то. Давайте, покопаю. Не, ну мы, конечно, так будет быстренько. Хоп. И уже так и золото копаем, и все копаем, бриллианты копаем. Блин, а мне так интересно, а на следующем уровне, наверное, должны быть эти, как они называются-то? Брюлики, наверное. Вон, смотрите, 9 тысяч. Просто 9 тысяч. Ну, давайте вот так сейчас пролетим. Блин, а интересно, мы можем где-то вот остановиться? Так, мы сейчас вот так. Прикольно. Вообще ничего не делаю. Так, ать. Опа. О, что я хотела. Значит, просто издалека увидела. О! Прям замечательно, считаю. Им не нужны, нам еще все нужно, как говорится. Те ребята уже зажиточные. У нас еще ничего нету толком. Так. Сейчас мы вниз сами сейчас все накопаем. Давай, копай. Интересно, а что нам лучше? Сундук расширить или... А я думаю, наверное, мы кирку купим. Сейчас мы заодно посмотрим, сколько она стоит. Потому что, мне кажется, кирка вот нам вот прям... Ну, мне кажется, вот прям в плюс пойдет очень. Все же. И как раз за счет кирки мы очень быстро прокачаем себе этот рюкзак. Посмотрим, сколько эта кирка стоит. Денюшка рядом, прям со спауном. Ну, давай. Давайте, денюшка нам пока нужна. Блин, а что так много денюжки-то? Прям на спауне много денюжки. Спасибо. Ладно. Пойдемте этот, для этого мира, я так понимаю, это очень дешманский инструмент. 39 тысяч, ну конечно. Ну, пойдемте. Наша вот задача на эту серию, я так понимаю, накопать себе на бриллиантовую кирку. Ладно, давайте в какую дырочку? Ой, нифига, дырочка тут раскопанная. Это моя дырочка или не моя дырочка, не знаю. Ну да пофиг. Пофиг вообще, в какой дырочке копаться. Главное, чтобы это... денежка была. Так что нам 39 тысяч? Сейчас накопаем. Сейчас мы все накопаем. О, золотишко. Копаем дырку, копаем как можем. Копай, родная, копай. Копай эту дырочку, детка. Давай. Да, даже интересно, у нас получится все же. 39 кусков немало. Сейчас посмотрим. Хоть неудачная дырка. Слушайте, осталось 19.
Давайте сюда пойдемте. Ну и пойдемте здесь вниз копать. Какая разница? В принципе, даже на льду можно деньги получить. Какая разница? Ну что, копаем, копаем. Мы копатели, мы копатели. Ай, так вот, серебро берем. Хочу. Что она там? Алмазная она, что ли? Короче, не помню, как она называется. Короче, хочу эту голубую кирку. Мне внезапно захотелось голубого аксессуара. Зеленый надоел, нужен голубой. Ай. Давай, девчонка. Как быстро, конечно, засоряется у нас этот инвентарь. Блин, вот сейчас мы долго будем копать, мне кажется. Ладно. А где у меня вот эта дырочка была? А чё это я тут? Нифига себе, серебришку-то пропустила. Ля, какая? Ну так. Давай, копай. Девчуль. Ладно. Я хочу себе новую кирку. Блин, ну тут я смотрю, глубина как-то это... Потому что я думаю, что с ней мы го-го-го как далеко закопаем. Прям укопаемся. Не, ну я смотрю, со слоником, конечно, поинтересней. Но чуть-чуть побольше все это как-то продается. Денежки, конечно, побольше, поинтересней. Вот. 25, ну... В принципе, не так много. Давай в это теперь помещение. Ну, пошли копать вниз. Какая разница? Ну, давай, девчуля. Ой, а вот тут уже поинтереснее, я смотрю. Хм. Не. Конечно. Долговато будет. Но... Реально. Но нам нужно 39 тысяч. Это на минуточку. Сколько? 14 тысяч нам не хватает. Грубо говоря. Да, 14 тысяч. Ну ладно, 13 300. Давайте так. Ну, 300, 330. Ну, давай, сейчас посмотрим. Ну, ладно, не хватает, ну, грубо говоря, 11 тысяч. Ладно, копаем, копаем. Я смогу. Я куплю себе эту кирку. Я хочу. И точка. Если я хочу, я это сделаю. Все. И меня ничто не ахает вообще. Хочу, сделаю. Потому что я хочу развиться здесь. Все. Хочу и точка. Все. Давай, давай, девчонки, давай, копай быстрее, активнее. Работай лапкой. Работай. Зарабатывай нам. Работай, работай, активнее, активнее. Раз, два, раз, два. А что это третий уровень? Вот я не понимаю, что вот эти уровни-то дают питомцам? Что оно дает? Блин, что-то вот мало, мало. А, блин, все же 9 тысяч осталось. Ёшки-матрёшки. Ладно, давайте в эту дырочку полезу. В этой дырочке типа копаемся. А, вентилятор? Какой вентилятор? Что мне за достижение вентилятор дали? Вентилятор. Че? Какой вентилятор? О! А вот это уже поинтересней. Это уже поинтересней будет. Так. Так, золотишко. Золотишко нужно нам. Так, 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 так. Ой, ой. Что за фигня? Так, 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 так. Вот, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Ну? Мы же сможем, да? Мы же сможем. Мы же... Да? Или нет? Или у нас не получится? Ай, ну давайте. Я хочу за эту серию как-то купить нам вот эту штуку. Блин, 5000 осталось, 5000. Нифига, он с буром ходит. Блин, у него есть тигрёнок. Блин, я хочу себе тигреночка. Я хочу тигренка.
Значит, будем потом пытаться тигренка нам выбить. Интересно, а он в каком боксе это выбивал? Ну ладно, разберемся уже. Я думаю, нам, наверное, всех надо, наверное, этих животных открыть. Ну а why not? Будем знать везде, где. Это даже интересно. Да, я думаю, надо открыть всех животных. На первом яйце, на втором. Ну почему нет? Why not? На первом-то вообще легко, в принципе-то, всех открыть теперь. Хоп-хоп, да и все. Ну хорошо, что у нас из 12-го есть, в принципе, этот слоненок. Наш маленький слоненок. Надо было изумруда. О-о-о! Чуть-чуть осталось, чуть-чуть осталось. Так. А в какую я дырку-то пошла? По-моему, вот эту. И мы вот так, да, пошли? Во, да. Потому что у меня тут изумруды. Я увидел изумруды. Все. Это важно. Так давай, копай изумруд. Отлично. Ну, поехали вниз. Мы едем, едем, едем в далекие края. Та-т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 а. Давай, копай, копай, копай. Давай, 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 активней. Лапкой, 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 лапкой. Правый, левый, левый, правый. Давай, давай, давай. Ну. Ну, девчонка, ну давай. Ах. Ах, какая женщина, какая женщина. А мне в нее. Так. Мне в нее. Так, золотишко, серебришко. Так, нам все нужно. Потому что нам осталось буквально вот прям на писечке, вот прям чуть-чуточку, вот прям капелюха. И все. И мы купим себе эту дурацкую кирку. Ну, нормально, блин, конечно. Главное задаться, я повторюсь, целью. И я ее сделаю. Почему нет? Это легко. Элементарно, Ватсон. Элементарно. Так. Я же сказала, мы это сделаем. Угу. Да-да-да, потому что кто молодец? Я молодец. Давай. Так, инструменты. 39. Ну, блин, конечно, 39. 39 кусков, блин. Ох. Ой, мое сердце обливается. Так, лучше свой инструмент вырезать здесь. Ага, ну то я уже улучшил. Так, а сколько у тебя так? Подожди. Чувак, я хочу посмотреть, сколько у тебя. 46. Зато на 3000. Это прикольно. Ну, 46, конечно. Ох ты ж. Это, конечно, трындец. А давайте ее сейчас заодно испытаем. Чего? Что это такое? Метр опасности. Что это такое? Боков, да, свернуть. И что это? А, типа это скоро все откатится, что ли, или что? Я просто не понимаю. Или что это? Не знаю. О, вы смотрите, как вот просто прям, вот это замечательно. Вот это дело пошло, все. Вот это теперь прям шикарно. Муа. Она копает просто идеально. Правда, теперь, чтобы... Копает-то она прекрасно. Проблема-то тебе в другом. Что у нас инвентарь просто забивается дичайше. А так, копает-то она вообще идеальненько. Идеально, идеально. Ну, конечно, с такими темпами очень быстро можно вот на инвентарь просто набрать, конечно. Это пипец. Не, ну мы на самом деле нашу вообще главную задачу сделали, серьезно. Считаем, мы молодцы. Может, зверюшку просто купим? А давайте сейчас на зверюшку и заодно бокс откроем. Звериный. Откроем звариный бокс. Может, нам тигренок выпадет? Ну, я не знаю, кстати, где он. Выпадает, правда. Ну, узнаем. Откроем звериный бокс. Звериный бокс в студию. У нас будет еще одна зверушка. И еще одна зверушка будет с нами ходить. Будет с нами бродить, будет та-там-та-там. Так, а тебе сейчас аккуратно, потому что я хочу изумруды взять и золото. А вот эту гады... А, подождите, подождите, подождите. Золотишко.
Золотишко мимо Ниня не должно проходить. Так. Продать, конечно. Сейчас посмотрим. Даже 16. Блин, вообще, конечно, тут есть такое еще. Но ладно, это мы потом. Так что давайте наверх. Блин, ну... Сейчас. Я, конечно, вот так еще сделаю. Ай, я не могу удержаться. Вот прям не могу. Вот я вижу, и так, блин, это же лишнее бабло. Нам на это, на боксы, блин, на инструменты, блин. Конечно. Все, блин, удержаться-то не могу. Конечно. Надо же все открыть теперь. Почему нет? Это прекрасно. Ладно, давайте вот это продать. О, я еще в кустах вижу. Ой, все, у меня проблема началась. Вот, вот видите, вот вообще чуть-чуть набрала. Хренак, блин, о. Так, ладно. Хренак. Пойдемте наверх. И пойдемте купим яичку. И посмотрим, что у нас на этот раз выпадет. А что мы... А мы до этого какую-то лесную открывали, да? Ну, давайте посмотрим, кто нам выпадет. Давайте, раз, два, три. Яичко, покажи. Давай, давай, давай. Опять слоник, ну, вообще ничего интересного. Я-то думала. Может, бычок выпадет. Ну, ладно. Ну, ладно, значит, ничего интересного у нас в конце серии не произошло. Нам попалось такое же яичко, как у нас было до этого. Ну, это неинтересно, конечно. Так что, все, ребята, на этом. Спасибо за ваши просмотры. Ставьте свои лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал, и мы скоро увидимся, потому что скоро будет продолжение. Все, всем пока-пока.